Громадный привет, ребята! Добро пожаловать ко мне на канал, и сегодня я хочу вас познакомить с этим очень и очень крутым сайтом. Называется он NewChic, и, наверное, вы у других блогеров могли встречать видео с обзором покупок с этого сайта. Моё знакомство состоялось совсем недавно, и, если честно, я долго переживала, как все пройдет, как долго будет типа ссылка, и вообще могу вам сказать, что это просто нереально. Я сделала заказ, мне сообщили о том, что одна из позиций, которую я хочу купить, сейчас недоступна. Мне предложили либо заменить ее, либо подождать. Я сказала, что я подожду. В итоге вещи были отправлены 8 июня, у меня они были уже 14-го. То есть, посмотрите, с Китая вот такой вот маленький срок. И еще один момент. Я не ходила на почту, не стояла в очереди, мне просто позвонил курьер и привез их прямо в руки. Также хотела отметить, что на сайте я немного растерялась, потому что позиций было очень много. Вещи меня заинтересовали, и я могу сказать, что я заказала 2 позиции, но вообще-то желание у меня на очень большее количество вещей. Первая вещь, которую бы я хотела вам показать, является вот такой вот купальник. Именно из-за него я так немножко растянулась моя посылка. Он представлен на сайте в красно-белом и в черно-белом цвете. Здесь просто нереальный рукав, он валаном смотрится, он безумно красивый, он удобный, да, я думала, что такие нагромождения, рюши, они будут вызывать дискомфорт, мне будет неудобно плавать. Еще я очень переживала, что когда я войду в воду, покупаюсь и выйду, то вот эти вот валаны, знаете, так намокнут и будут свисать. Вообще такого ничего не происходит, то есть он стойко держит форму. Материал синтетика, вот эти вот рюши сделаны из такой как сетки. Еще немаловажный момент для меня в купальнике — это чашечки. Здесь они присутствуют, они, знаете, как не пришиты намертво, но хорошо прилегают и не ездят, не фолдят никак. Очень удобно. Я не люблю, когда, знаете, там как-то рюши поднимаются, и тут грудь оголяется. Для меня это такой моветон. Плюс здесь резинка, что не дает, когда вы там как-то будете в движении, активны, лифу подскочить. Есть момент, я заказала купальник в размере XL. Это исключительно мой провал, да, можно так это назвать. Я долго выбирала, читала по отзывам, и я растерялась в размерах. Если, допустим, взять там другие сайты, я там как-то уже, на которых я заказывала, я уже знаю, где на что какие внимания обращать. Здесь я была, был первый мой заказ, и я почему-то решила, что на китайских сайтах вещи будут маломерить, да, поэтому заказала XL. На меня он был громадный, и я его попросила маму, мы пошли купили специальные нитки по пошиву вещей, по пошиву купальников, которые идут с легким эластаном, потому что если мы обычными картонными нитками зашили, когда бы я уже примеряла только купальник, он бы порвалась, то есть работа на смарку. А вот за счет того, что эти тянутся, то есть можно не переживать, и мы просто по краям ушили, не как какие-то швеи, не какие-то там супер рукодельницы обычно, так вот чик и чик ушили, померяв предварительно. Хотелось еще поговорить по поводу низа. Белье на очень высокой посадке, мне это нравится. Я вообще рекомендую, девчонки, обратите внимание на то, что низкая посадка на купальниках уже не актуальна. Высокие трусики, такие вот, что прям выше пупка. Во-первых, это удобно, можно покушать, и вас будут эти живот не выпирать, потому что они будут затягивать. Во-вторых, это визуально удлиняет ноги. В-третьих, это очень удобно. Загар сейчас не в моде, не смотрите на мое лицо, как я не мажусь кремами SPF, как я не одеваю козырьки, шляпы и все прочие аксессуары, я в любом случае сгораю, вот именно лицо, хотя я не знаю, я постоянно нахожусь в тени, я не хочу загорать, потому что это никакого толку, пользы нету, но тем не менее у меня получается. И вот опять-таки вернусь к тому, к чему я начинала, то что чем больше тело у вас закрыто, тем это полезнее. То есть не нужно свою кожу рисковать, не нужно привлекать к себе всякие гадости, нужно заботиться с молоду о здоровье. А сейчас посмотрите, как купальник сидит на мне. Я специально поснимала для вас кадры с разных ракурсов, чтобы можно было наглядно изучить, понять, какой он из себя в жизни. Если вам понравился этот купальник, либо вы заинтересовались сайтом, внизу в инфобоксе есть ссылки, я все прописала, чтобы вам было удобнее.
вещью, приобретенной на сайте New Chic, является вот такой вот топ. Ребята, ну, мою любовь к таким принтам необычным, наверное, знают все. Я люблю искусство, мне нравятся картины, и когда эти картины перенесены на вещи, я просто в диком восторге. Второе, я долго искала себе кофту, которая будет вот так вот на плечах. У меня есть купальник подобный, но я хотела именно кофту, и чтобы рукав был длинный. Вот я ее нашла. Я в нее влюбилась, просто когда на сайте увидела, я поняла, что это вещь моя, с чем ее можно носить. Учитывая то, что она очень контрастная, да, то есть здесь представлены цвета радуги, можно так сказать, поэтому можно носить ее с белыми, с желтыми, с голубыми, розовыми низом, брюками, шортами, юбками. С белыми это смотрится просто unreal. Я ее брала с собой на пляж, носила ее на море, это тоже очень удобно. Допустим, я сейчас готовлю для вас видео, хочу показать пляжные аксессуары. И я там упоминала, что нужно как-то на море накидывать на себя что-то, то есть не позволять лучам соприкасаться с кожей. Поэтому такую кофту тоже можно смело носить. Она мне дико нравится, просто она такая романтичная. Я уже по поводу нее получала массу комплиментов, я в нее влюблена. От себя хочу сказать, что я заказывала размер L-ка, надо было немножко меньше, но это опять-таки это мой какой-то был вот заскок такой, да, что я переживала, что будет мало мерить. Но, тем не менее, резинку немножко подтяну, и будет все в порядке. Качество. Ребят, тоже я знаю, что многие говорят, что на китайских сайтах вещи низкого качества. Опровергаю эту теорему касательно сайта New Chic. Совершенно такого я не заметила. Во-первых, да, материал здесь синтетика, но синтетика есть разная. Здесь посмотрите на швы. Они просто идеальные. Я специально эту вещь намочила и постирала. То же самое касается и купальника. Потому что, когда я выставила в Инстаграме инстастори в этом купальнике, были несколько комментариев касательно того, что вещи линяют. Ничего у меня не полиняло. Я не знаю, может быть, там через полгода такое произойдет. И мне писали, что там видели девушку в таком купальнике, и вот он у нее полинял. И, может быть, у нее купальник не с сайта New Chic, потому что касательно моего вообще ничего не произошло. Я специально пока тестировала его, можно так сказать. Я подвергала себя всем воздействиям. Вода, солнце. Плюс, пока снимались кадры, мы очень долго времени находились прям под палящим таким солнышком. И поэтому... Вы видите, вообще никакого следа нет. Хотя контрастные ткани выгорают, с этим ничего такого не произошло. То же самое с этой кофтой. Она постирана, она была тоже подвержена испытаниям. Ничего с ней не произошло. Еще один момент. Я часто получаю вещи из Китая, когда открываю пакет, чувствую такой вот запах. Я его называю гумозный, такая вот химия. Не было. Вообще открыла... Абсолютно вещи красиво упакованы, аккуратненько все. Лейбочки все нашиты тоже аккуратно. Он не просвечивается, топ. Рисунок качественный. Знаете, бывает такое, что рисовали, мазала и не домазала. Ничего здесь нету, картина завершена полностью. То есть я в диком восторге, я всем рекомендую. Это был мой первый заказ, но я чувствую, что буду брать дальше. Я показываю вам приметку, как выглядит эта кофточка в жизни. Большое, что смотрели это видео до конца. Мне безумно приятно, что вы со мной, что вы меня поддерживаете. Я рада комментариям. Ставьте лайки этому видео, ставьте дизлайки, если вам что-то не понравилось. Повторяю, все ссылки на вещи внизу в инфобоксе. Если вам понравилось, переходите, заказывайте, покупайте. От себя рекомендую. Я осталась очень довольна. Также, ребят, не забывайте подписываться ко мне в Инстаграм. Там идет активная жизнь, не менее активная, чем на Ютубе. Фотографии каждый день, инстастори. Поэтому буду рада видеть каждого нового зрителя там. Целую, обнимаю. Пока. Пока-пока!